Приветищи! Это Анцестер. Мы продолжаем нашу с тобой эволюцию. В прошлой серии здесь неподалеку упал метеорит. Так что сегодня мы созываем всю нашу стаю и двигаем отсюда. Нужно переселиться поближе к метеориту. Стая, подъем! Надо шевелить своими булками. Короче, сваливаем отсюда. Все, пошли. Все за мной. Все за мной. Я знаю, куда идти. Погнали. Главное не нарваться на какую-нибудь диковинкую животненькую. Ну там, на змею, анаконду или на тигра. Леву. Леву не словить. Хотя нас такое количество, что мне кажется, что мы этого леву сами загрызем. Да у нас тут прям колонна. Я направляющий, там немножечко чуть отстающий, замыкающий. Короче, как в современном мире. Ну вот, первое препятствие. Водопад с речкой. Мелкаши у нас все сидят на спинах, поэтому потонуть не должны. Так что побежали. Сейчас я разгончику возьму. С ребенком, конечно, это тяжеловато. Давай греби. Греби, вот так, красава, молодец. Первое препятствие преодолено. Осталось еще чуть-чуть, чтобы попасть на ту сторону. Берег левый, берег правый, переправа. О, макакиши уже подбежали ко мне. Молодцы, тоже переправились. Значит, тоже берем разгончик. И хопа! Давай, греби, греби. Оп, страх. Страх напал на нас. Что ж такое-то? Давай, поднимайся. Ништяк, мы вылезли. Вы побороли страх силой разума. Доберитесь до захватываемой зоны. А где она, эта захватываемая зона? Вон тот белый лучик, да? Значит, нам туда. Почти дошли. Свина слышу. Блин. Есть! Мы дошли! Жмем побороть. Наконец-то! Вы расширили территорию своей стаи. Фух, ребят, вы где там? Вы наверху там со свином деретесь? Кого-то кабанчик быкнул. Оу! Вот это нежданчик. Надо сваливать по-быстрому на дерево. Ребята, валим. Искусный повелитель саблезубых тигров. Так, значит, передвигаться будем по деревьям. О, еда! Ребят, тут хавчик есть. Идите сюда. Чего вы там ползаете? Идите сюда. Малой тоже хавать хочет, а я ему не даю. Нифига себе вылетает. Не разбейтесь только. Значит, нам нужно с тобой добраться вон туда. Прыгаем. Раскачиваемся и... Надеюсь, я допрыгну. Оп. Есть. Сейчас осталось только на веточку запрыгнуть. Давай. Есть. Как я красава это все сделал. Опа-па-ра-ба. Оу. Блин, почему я не схватился за листву? Я не понял. У меня серьезный перелом. Надеюсь, мои сородичи не повторят мои ошибки и не будут прыгать с такой же высоты. Тут что-то неизведанное такое. Пойдем глянем. Что это вот это вот такое? Что это за трава? Я слышал, что тут змею. Подожди. Вот она. Ё-моё. Бежим отсюда, ребята. Бежим скорее. Бежим. Кого-то схватили. Оу, это больно. Пугай ее. Валим, ребята. Бежим скорее на дерево. На дерево. Никого там не поймали? Эй, кто-то там еще бегает внизу. Вот она какая здоровая, прям под нами. Итак, какие планы? Дело в том, что это неизведанная территория, если я вот так вот шагну, я сразу вхожу в страх. Надо изучать эту территорию. Ага, значит, вначале нам нужно добраться вот до этого вопросительного значка. Это вон то болото. И уже от него, вон смотри, там дерево повалено, перебираться на этот остров. Все логично, все понятно. Мы вошли в зону страха, но... Сейчас, если у нас это получится, мы его поборем. Во, побороть страх. Отлично. Оу, какие мы грозные. Еще территорию расширили, отлично. Так, нужно где-нибудь сделать перевал. Нам совсем чуть-чуть осталось вон до того дерева дойти. Перебраться через эту речку и, в принципе, все. И там где-нибудь привал сделаем. Ох ты, какие птички, ты посмотри. Милота-то какая, вон там кто-то нас поджидает, да? А, там саблезуб охотится на кого-то.
Вон там кто-то тоже есть. А там примат. Слушай, он там совсем один. Ну-ка, пойдем. Пойдем посмотрим, что он там забыл. Эй, дружище, ты где вылази? Вон, один-одинешенька. А там анаконда. Я ее вижу. Сейчас пристанем вот так вот. Вон она. Это очень опасно, я тебе хочу сказать. А там кто? И тут змея. Вот это западня. Значит, нам нужно что-нибудь ему принести и дать, чтобы он оттуда свалил нафиг к чертякам. Че у нас тут есть? Есть травушка какая-нибудь? Вот, вот эта травушка нам нужна. Надо стаю созвать. Стая, все сюда. Быстро, тут безопаснее, мне кажется. А я сейчас пойду задружусь с тем чуваком. Нам примат не помешает лишний. Ты что там делал? Его схватили. Его схватили. Все, нам там делать нечего. Хотя можно напугать попробовать. Не, не будем рисковать. Не будем. Ребят, все, пошли. Через речку прибираемся. Вначале на камушек, вот так вот. Потом на следующий камушек. Все аккуратненько. Такое ощущение, как будто я бухаю и свалился в речку. Это плохо. Блин, зацепиться не могу. Все. Нас понесло течение. И ничего сделать теперь. О, я на что-то встал. Недолго продлилось мое счастье. Нас снова несет течение. Опять встал. Да блин. Я уж думал, что все, сейчас на берег вылезу. О, водопад. Опасно. Слава богу, живы. Придется по скалам лезть. Ух, сил совсем нет. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Есть. Мы смогли это. Мы сюда взобрались. Наши обезьянки вон там в воде плавают. Это плохо, надо их оттуда вытаскивать. А то они там утонут. Ребят, давайте сюда скорее. Тащите свой зад сюда. Тут полянка вроде такая, ничего. Может, мы здесь привальчик умутим? Сейчас я тут все обнюхаю, проверю. А, там саблезуб. Значит, нам в ту сторону. К саблезубу не будем подходить. О, слышу тигра. Он уже бежит. На нашего напали, черт подери. Пугайте его, пугайте. Ой, он ко мне бежит. Залазим на деревья. Лучше вот на это большое. Давай, 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 ползем. Так, понять не могу, куда тигр делся. Он что, убежал что ли, или свалился куда? Мы его так стоишь, что ли, напугали, что он свалил? Так, ребятульки. А ну сюда все на поляночку. Вот сюда все. Так, нас должно быть четверо. Раз, два, три. А где еще один? Не вижу его. Так, все, ладно. Все хотят спать, есть, пить. Так что давайте вздремнем. Член стаи мертв. Пока мы спали, у нас померло три мартышки, одна от старости и двое от кровотечения. Мы остались вдвоем. Вдвоем с самкой. То есть нас две самки. И это прям, ну так себе. Значит, забираем наших детишек и пойдем. Надо попить. Срочно попить. Сейчас мы вниз спустимся. Но сперва мы сделаем открытие. Все, ради чего замышлялось это дело. Мы сюда долго шли. Найдено новое интересное место. Болото у озера. Ну, в принципе, нам тут чуть-чуть осталось до метеорита. Вон она, та древесина поваленная лежит, через которую мы переберемся на тот остров. Что ж, прыгаем вниз, но нам нужно напиться водицы. Болотистой водицы, ну, что поделать. Главное, чтобы тут на нас аллигатор не напал. Опа, тигр! Тигра, валим на дерево. Шустрее, как можно шустрее валим на дерево. О! Смотри, ты что, бобры, что ли? Кто это такие? Надо их обследовать. Ну, по-моему, они безобидные. Сейчас узнаем.
Ребятки, вы безобидны? Похоже на рысь, но что-то они как-то это... настроены не очень. Сделать открытие. Ой, они на нас бегут. Пока я делаю открытие, они меня сейчас захавают. Блинский. Это, короче, выдра. Вон оно, то повалившееся дерево. Нам нужно сейчас будет спуститься туда. Все хорошенечко осмотреть, нет ли там крокодайлов. На слух там чисто. На нюх там тоже. Ничего не пахнет, хотя вон там он что-то есть, смотри. Кто там? А, это пресная вода. Ну и хорошо. Ладно, спускаемся. Предлагаю все-таки лучше вскарабкаться на дерево. И прыгать уже с него. Опачки! Вот так-то мы и прыгаем. Мы ж мартышки. Теперь запрыгиваем на это дерево. Ага, все хорошо. Ну все, полдела сделано. Почти добрались до метеорита. А вон аллигаторы. Сейчас мы его понюхаем. Ага. Надо бы его запомнить, когда он зашевелится. Чтоб мы понимали, что он пошел куда-то, полез. До места мы этого дошли. Вон он, метеорит лежит. Блин, там крокодил так лежит. Там еще один крокодил. А там рядом с ним кабанчик еще бегает. Жесть. Что здесь вообще происходит? Так. Почти подошли. Кто-то здесь... Ой, здесь змея. Здесь змея. Здесь змея и крокодилы. Надо забраться наверх. Вон пасть открыли как. Так, весь прикол, что крокодил подо мной. Но мы на дереве. Интересно, долго мы так сможем сидеть? А напугать мы его можем? Напугать. А ну, уходи отсюда нафиг. Не, нифига. Мы только кабана, по-моему, спугнули, да? Хе-хе. Еще один крокодил ползет к нам. Плохо, плохо дел. Ух, и там крокодил. Что-то мы залезли вообще не в ту степь. Лучше мы сюда не лезли. Мы, конечно, можем упрыгать туда. Но, боюсь, моя подруга так быстро не ускачет. Она уже старенькая и дряхленькая. По-моему, мы только собираем кучу крокодилов вокруг себя. Ладно, значит, прыгаем. И бежим, просто бежим, 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 бежим. Скорее сюда запрыгиваем. Ух! Давай на дерево залази. Ух-ух-ух, успели, успели, успели. Где моя подружка-мартышка тоже на дерево залезла? Молодец. Ну дайте мне открыть это сделать. А, мне походу надо будет это... подойти и забрать его. Значит, нужно как настоящий Assassin's Creed. Спрыгнуть быстренько с дерева. О, ништяк, крокодилы убежали, смотри. Они даже меня не запалили. Так, есть шанс. Прыгаем. Ой, это надо осмотреть. Ну давай, осматривай, пока время есть. Там наша подружка старая прикроет нас, походу. Ну нюхай быстрее, там крокодил сбоку. Господи. Забирай этот камень и валим. Бежим! Скорее, 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 скорее валим. Метеорит на острове, мы его нашли, отлично. Ой-ой-ой, мою подругу. Подругу схватили. Эй, крокодил. Иди сюда. Что ж такое-то, он не хочет на меня агриться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перелом кости. А это нормально для макаки. Все, валим. С переломанной костью, но мы справились. А где моя подружка-то? Подружка-то где там? А, вон она вплавь решила перебраться. Ну ладно, делай ее. Наконец-то мы в безопасном месте. Давай смотрим этот метеорит получше. Найден новый инструмент. Метеорит. Ну, вроде как в комментариях писали, что при помощи него я смогу разводить костер. Сейчас мы это проверим. Ну, не сейчас, конечно. Нам нужно вначале добраться до безопасного места. Это во-первых. А во-вторых, надо залечить мою старую подругу, потому что она кровоточит. Для этого у нас здесь есть лечебные листики. Как раз возле них трёмся. Твою ж налево! Как ты здесь оказался? Со всех сторон. Все нападают на меня. Вот все, абсолютно. Я ни на кого напасть не могу. Просто капец. Подружка, старушка. Ты что там сидишь? Тебя сейчас тигр схавает. Ну ладно, сиди. Я пока лекарство сделаю. Или я его тоже просрал. Вон он лежит. Так. Хватаем
Не, я не смогу взять метеорит. Не смогу. Пока там мою подружку хавают. Надо быстренько схватить метеорит. Метеорит, ты где? Где-то здесь он был. Где метеорит? Вот тут вот все лежит. Забираемся сюда. Давай, скорее. Пугаем. Все, он сейчас побежит за мной. Побежал. Мы направлялись в безопасное место и нашли еще одного примата. Сейчас попробуем к нему дойти. Тут у нас есть какие-то грибочки. Посмотрим, съедобные они или нет. Надеюсь, это не поганки. Хотя выглядит как мухоморы. Правда, голубые какие-то. Найдена новая еда. Африканские, сине-зеленые, короче, грибы. Здорово, подруга. Хочешь похавать? Держи гриб. Не хочет гриб, смотри-ка. Тогда я съем гриб. Пойдем, может быть, мы ему листочки тогда принесем, я не знаю. Может, он листочки хочет. А листочки будешь? О, будет, листочки хомячит. Ништяк, вы приняли свою стаю раненого чужака. Отлично. У него перелом кости. Надо побольше ему похавать этих листочков. Наша стая пополняется. Тигр. Твою ж налё, как ты меня задрал. Как я хочу тебя, блин, заколоть этим каким-нибудь деревянным палкой. Где-то слышу, что еще есть один примат, который орёт, но понять не могу где. Где он? О! Наверху сидит. Вот он, паразит. Надо бы как-нибудь Лёву спугнуть, чтоб он убежал. Тигра мы отвели в другую сторону, а этому чуваку я принес красные листочки. Даем ему. Ой, блин, это я камень ему дал. Нет, возьми красные листочки. Ты что сделал? Я выкинул эти красные листочки. Поскольку наш примат является стареньким, ну это уже бабушка по большому счету, ты посмотри на ее окрас, она уже такая вся бледненькая, ну повидала жизни. Нам нужно с тобой сейчас выложить все травы, камушки, ну то есть метеорит, и переключиться между приматами. Лучше выберем вот этого самца, молодого. Переключаемся. Забираем, значит, у бабушки детеныша. Отдай нам ребенка. Твою ж налью! Все, бабушки нет. Бабушки нет. Капец, как ты мне достал! Меня бомбит от него просто. Жеванный тигр. Я тебя когда-нибудь сожру. Как ты сюда залез, а? Вот как? Где метеорит? О, интересно, перепрыгнули нет? Ладненько, рискнем здоровьем. Это было очень опасно, но мы справились. Надеюсь, мои коллеги по приматному цеху тоже справятся. Итак, мы наверху. Здесь отличная поляна. Единственное, чего здесь нет, так это воды. Оп, кабаны. Плохо, плохо. С кабанами мы не уживемся. Надо искать другое место. Пойдем вон туда. Посмотрим, что там за место. Кстати, есть преимущество у старых особей. Они ни черта не боятся. Поэтому я могу спокойно перемещаться, где захочу. Мне ничего не страшно. Все равно скоро погибать. От старости. Ничего, моя старушечка еще могет. По скалам лазит, как настоящий скалолаз. Ну вот, собственно, и приползли. Делаем открытие. Новое интересное место. Высокогорное плато. О, как в Зельде прям. Плато. Жалко, здесь воды нету. А место здесь очень хорошее. О, а там что-то лежит, смотри-ка. Неужели и там метеорит? Давай спустимся. Блин, у моей старушки сил вообще нету. Ну да, и здесь тоже, походу, метеорит. Правда, он не совсем похож на него. Давай смотрим. Ууу, какая она кровавая у меня вся. Бабулька-то. Ну да, метеорит среди своих. Теперь у нас два метеорита. О, неужели травы эти лекарственные? И змеи. Змеи — это очень плохо. Давай быстренько сейчас обмажемся. Есть контакт. Да блин, не ешь! Да не ешьте вы ее! Из нее надо лекарство сделать вам.
На, вот, держи. Оп, змея, все. Кого-то укусила. Меня тоже укусили. Зашибенно просто. У меня сил тоже нет убежать. Ай, господи. Сон. Надо поспать срочно. Сейчас дам лекарство. Вот этому покусанному товарищу. Пусть обмажется. Этот вроде нормальный, да? Да, с этим норм. Все, привал, ребят. Ложимся спать. Ну, укус змеи это не так страшно, поскольку яд сейчас у нас рассосется. Вот и все. Вот и хорошо. Змея. Змея. Тигр! Змея! И от старости погибает моя старушка. Нас осталось двое. Капец, просто как меня этот тигр уже... Я сейчас взорвусь. О, еще и истерия, отлично просто. Просто шикарнейший. И куда мы, интересно, бежим? Из-за нашей истерии мы спасли наших приматов. Правда, одного ребеночка мы потеряли, мы оставили его там в горах. Потому что бабушка у нас двинула кони. И поэтому придется бежать за этим маленьким. Вон она, та гора, где мы оставили детеныша. Так что направляемся туда. Все. Наконец-то мы добрались снова на эту вершину. Нам понадобился целый день, игровой день, чтобы сюда дойти. Так, вот она, наша старушечка. Лежит рядышком с ней метеорит. Забираем его. Метеорит, к сожалению, один. И у меня уже глаза закрываются, я хочу спать. Но нужно подобрать нашего маленького приматика. Где-то он здесь был. Вон он. Я его вижу. Вот ты где в кустиках сидишь. А ну пошли со мной. Давай на спинку ко мне. Все, валим отсюда. Немножечко подкрепимся с тобой перед путешествием. И, пожалуй, давай-ка вздремнем. Вот ёшки-матрёшки, не дает же он нам, а? Засранец. Скотобаза, набитая мехом. Свались с горы нахрен, чтоб я тебя больше не видел. Метеорит нам не дает забрать. Давай, падай. Нет, я сейчас сам упаду. Ой, ё-моё, хватайся. Фух, слава богу. Капец, метеорит мы так и не утащили. Это очень плохо. Но, пожалуй, я за ним вернусь. Аккуратненько, как спецназовец, высовываемся. Тигра здесь вроде нет. Это очень хорошо. Где метеорит? Вон он лежит. Сейчас мы его схватим и быстро валим. Давай. Энергии уже нету. Пока лес по скалам, все силы израсходовал. Как ты думаешь, хватит ли у нас сил перепрыгнуть с ветки на ту сторону? Если бы взять хороший разбег, если бы у меня не было на спине малыша, может быть. Давай попробуем. Мне кажется, что должны. Я, правда, раненый, но ничего. Опа, получилось! Чуть не свалился, но получилось. Офигеть. Мы полпути срезали сразу. Спускаемся за лекарством. Оно тут где-то должно быть рядышком. Главное, чтобы на меня опять не напал тигр. Как обычно это бывает. Вот оно, это растение, отлично. Метеорит пока положим. Главное, чтобы он... В речку, стой! Стой, блядь! Господи, как геморройно! А, давай вначале полечимся. Полечимся, говорю, а не поедим. Подобрать. То подобрали. Да, слава богу, метеорит у меня есть. Он у меня в руках. Это хорошечно. Валим домой. О, да. Наконец-то мы добрались до дома. Притащили своего маленького ребятеночки. И теперь можем полноценненько поспать. Фух, слава богу. Ну вот, мы смогли еще родить двух маленьких приматов. Настало время сменить наше поколение. Ну вот. Теперь у нас те четыре ребенка повзрослели. И у нас открылась генетическая мутация. Целебное средство. Ну вот мы, собственно, и наплодились. Снова у нас четыре детеныша. Теперь мы можем со спокойной душой эволюционировать. Родилось 8, умерло 7.
Эволюционный скачок. Плюс 212 тысяч 67 лет. В ходе эволюции вы стали тем, кого называют сахелантроп. Мы на новом месте или на том же все? Вроде как на новом уже. Макаки по-прежнему выглядят как макаки. Простите, как приматы. Ну что ж, сейчас 41-й год, 113-й день, 10 утра, 36 минут. На этом мы закругляемся. Если тебе понравилось, то есть тебя лайкос, комментос обязательно под видос. Ну и конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе удачки и пока.